Краснохолмским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 78-го года рождения, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, вечером 31 декабря 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме своего знакомого, расположенного в деревне Григорово, обухом топора нанес хозяину жилища, которому испытывал личную неприязнь, не менее 11 ударов в область головы. После совершения преступления мужчина скрылся. От полученных травм потерпевший скончался. Его тело обнаружили родственники спустя несколько дней. Благодаря слаженной работе следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников отдела полиции, злоумышленник был оперативно задержан. Место происшествия осмотрено с применением современной криминалистической техники. Назначено проведем комплекс экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.